На авиашоу в Канаде разбился самолет. На борту самолета находились пилот и 4 взрослых пассажира. Всех их госпитализировали с травмами. В Канаде на авиашоу в городе Абботсфорд разбился самолет 1930-х годов выпуска, сообщает пресс-служба авиашоу. Инцидент произошел после окончания шоу, когда биплан The Havilland Dragon Rapide взлетел. На борту находились пилот и 4 пассажира. Все 5 были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причины произошедшего пока неизвестны. Напомним, ранее во время показательных выступлений на авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся в Таиланде. Во время авиашоу разбился истребитель и погиб пилот. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.